был открыт на месте каменных ломок Паскиала, а каменные ломки открывали по указу Екатерины II. Указ был подписан в январе 1768 года. Первоначально рускеальский мрамор шел на украшение дворцов и соборов. Потом закончился период, когда строили дворцы и соборы, и финский предприниматель решил заняться производством извести. Были построены первые обжиговые печи, первых было три. Они были построены по шведскому проекту к 1896 году, а к 1938 завод насчитывал уже 9 печей. Проработал по началу 90-х, частично сохранился, но пока в экскурсионные маршруты он у нас не входит. Производство извести подходит лишь белый кальцитовый мрамор. И для того, чтобы избежать лишних вскрышных работ, решили добираться до толстых прослоек кальцитового мрамора под землей, если через штольни, вот по одному из таких подземных горизонтов, мы сейчас с вами прогуляемся. Ну, как видите, там есть выход на поверхность, это вентиляция. И раньше сюда можно было попасть только через нее, потому что тот забетонированный участок, что не укрепленный, был взорван. А разработка здесь велась по нисходящей. Сначала была произведена очистка этого третьего горизонта, и рабочие перешли работать вниз на четвертый. После чего произвели обрушение перемычки между горизонтами.